sácamelo el sastre. Ya que él no me hace un zoom vestido. Yo me encuentro en el centro hoy por делам. Ходила в банк. Сижу на остановке, просто хочу вам показать жизнь курортную. Вот смотрите, вчера еще. Вчера было прохладно. Еще дождь. Сегодня ведь все жара. Уже жарко. Море сегодня такое классное. Так обидно. Сейчас на работу надо идти. Как бы сейчас бы я бы покупалась. Большое спасибо за комментарии, за поддержку. Очень приятно, когда тебя поддерживают. Сижу как местный житель в куртке. Все туристы раздетые ходят, а я в куртке. Нормально, да? Сейчас расскажу вам, в банке была. В общем, и женщина пришла старенькая. Но, видимо, у нее уже все, старческий маразм начался. И вот она к кассиршам пристает с разговорами, ко всем пристает. И знаете, вот мне так понравилось, что, в общем, никто ее не гонит. Приехал этот автобус, который возит. Автобус, который возит по туристическим местам. Он везет Маримурку, Пиньедероса, Санта-Клотильда. Это все парки красивые очень. Пиньедероса, там вообще такие кактусы красивые. Маримурка, это просто там очень красивый парк. Как раз сядете и отвезет куда захотите. Он такой открытый, сверху можно снимать видео, фотографии. Все классно. Я один раз каталась, классно. Какой галантный кавалер. Where are you from? I'm from Poland. I live in England. I'm working for the USA company. I'm from Russia. You're from Russia? Yes. What are you doing here? I work here. I live here. You're working here? Yes, I'm working reception in apartment. You are happy? I'm so happy. So happy. So happy. You have the, I think so, you have the boyfriend, yeah? Boyfriend? Oh. Lots of boyfriends. No. Lots of boyfriends. Boyfriend. Thank you, thank you. But I hope you must. No. Boyfriend. К сожалению, подвыпивший этот англичанин молодой не дал мне это рассказать вам. Нахожусь в автобусе, уже все поехало мне, потому что больно гулять некогда, надо на работу собираться. В общем, эта бабушка, и она вот там, представляете, ко всем кассирам пристает, ко всем работникам с разговорами. И все так вот вежливо ей отвечают. Никто ее не выгоняет, никто не нервничает, никто не злится. И очередь не злится. И все спокойно смотрят, как вот эта вот женщина старенькая, которая, видимо, ну, хочется общения. И она почему-то выбрала банк для того, чтобы там пообщаться. Хотя я вам скажу, что в банке они еле-еле шевелятся. Там очередь, если из трех человек, ты там полдня просидишь. Ну, вот так. Покажу вам, немножко вам показала жизнь туристическую. Ну, конечно, это специфически сюда, когда люди приезжают, они как бы настроены на такие отношения вольные. И ну, это чувствуется, что очень много мужчин, которые очень открытые для временных отношений. Да.
большое спасибо, кто меня смотрит. Хочется что-то интересное снять, но пока вот так только. Кафе де Ресепсион вчера сказала, что, возможно, я буду работать до конца октября. Потому что меня очень удивило. Я почему-то думала, что у меня в конце сентября уже заткнут. Ну, не знаю, будем надеяться. Ну ладно, до свидания. Directement dessus, c'est pas boutique, hein. Ouais. C'est pas...